Известные произведения Рихарда Вагнера и Антона Брукнера скоро прозвучат для ценителей мировой классической музыки. Романтическая симфония Брукнера будет исполнена впервые в Ульяновске. А знаменитый «Летучий голландец» публика подзабыла. Ульяновский симфонический оркестр не играл эту увертюру несколько лет. Тема из этого произведения популярна, знакома почти всем. Технически сложная для музыкантов и поражающая масштабом звучания. Потому что эта музыка довольно часто используется в рекламе, и это слышно и по телевидению, и на радио. Поэтому эта музыка будет узнаваема публикой. Остальная, конечно, музыка будет открытием для слушателей Ульяновска. Из Вагнера будут звучать две великие увертюры великих опер. Это «Летучий голландец» и «Мейстерзингера». Программу выбрали к 210-летию со дня рождения Рихарда Вагнера. В волшебный мир великих произведений сначала попадут жители Димитровграда 16 декабря. Концерт пройдет в научно-культурном центре имени Славского. Далее 17 декабря артисты выступят в Ульяновске во Дворце творчества детей и молодежи. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.